Я не вижу вот 25 или 26 лет какие-то изменения. Мне кажется, что здесь кому-то вот это все состояние подходит. Ни с одного берега, ни с другого. Я не вижу никакого как бы благополучия. Семьи разделились. Муж в одной стороне, жена в другой стороне, сваты, братья, кумовья, все. Это же все поделили как ножом. Время лечит все. У нас двойное гражданство. И мы как были с Россией, мы ей не изменяем. Она нам, пенсионерам, очень хорошо помогает. Здесь намного выгоднее, чем в Евросоюзе. Здесь еще, как мы жили при Советском Союзе, сохраняется образ врага. Сохранилось как маленький Советский Союз. Пусть мало заработаем здесь, но будем здесь. А для меня главное, чтобы люди остались тут, работали тут. Если их здесь не будет, я уеду, мои ребята уедут, все уйдем отсюда. Что останется? Что творилось с нами, это и творится, это полное беззаконие. То есть там законом даже, вот, знаете, не пахнет. То есть если вы хотите всех истребить на этой территории, то да, конечно, тут надо просто атомную атаку провести, и все будет тишина. Не преступникам, а мир. А если вы хотите просто навести порядок, чтобы у вас меньше грабили, убивали, насиловали, воровали и так далее, то для этого не нужна Россия вообще. Это все делается самими, делается элементарно.